Каждое поселение имеет свою историю, свой определенный путь развития. Так, история поселка Сангар полностью связана с периодом становления сангарского рудника. На днях состоялось заложение фундамента сквера, посвященного первым семейным династиям, которые стали основателями поселка. Тему продолжит Татьяна Владимирова. Сегодня каждый сангарчанин знает, что первые трудовые семейные династии – это гордость поселка Сангар. Летопись шахты Сангарской писали люди труда, рядовые горняки. Отдавая дань основателям горняцкого поселка, на площади Победы торжественно открыли символическую доску, посвященную закладке сквера родительской славы первым семейным шахтерским династиям, вырастившим 5 и более детей. Здесь будут увековечены имена первых семей, пустивших глубокие корни в сангарскую землю. Семьи, которые составили основной костяк рабочего поселка. Данный сквер – проект краеведа Кобяйского улуса Розы Андреевны Ивановой и клуба старожилов поселка Сангар. Открытие сквера планируется к 90-летию основания поселка в 2018 году. В плане также стоит закладка сквера трудовой славы, посвященной тоже семейным династиям, династиям шахтеров. И разрешите мне от населения поселка Сангар поблагодарить инициаторов данных проектов, а именно Розу Андреевну Иванову, благодаря которой имена наших родителей навечно войдут в историю, в летопись нашего поселка. Первые горняки жили не только одним днем, они строили планы на многие года и верили этому. Поселок, представлявший собой несколько разбросанных друг от друга охотничьих полуземлянок, превратили в крупный промышленный центр республики. Татьяна Владимирова, НВК СХ, поселок Сангар.